замена контактного провода прошла от пересечения с Первомайским проспектом до третьей школы. Полностью замена контактного провода на пунктом исчисления. Два провода сегодня планируется подвесить и заменить провод от третьей школы до пересечения с улицы Гагарина. Данные работы будут выполнены, соответственно, запланированный график. Сейчас идем по графику. Практически. Мы сейчас наверху, да, наверху. На улице Дзержинского масштабное обновление троллейбусных сетей. Работают ремонтники в основном ночью, чтобы не нарушать графики движения. Замене подлежат провода и опоры на центральных улицах города, где износ контактной сети самый большой. В списке улицы Маяковского, Циолковского, Соборная, Ленина, площадь Театральная и Первомайский проспект. Срок окончания работ – конец года. В этом году, благодаря поддержке правительства Рязанской области, выделено более 70 миллионов рублей на данные работы. Будет заменено более 20 километров контактного провода в однопутном исполнении, а также несущие части. Спецчасти меняем исключительно по необходимости, так как приоритет отдан на замену аварийного провода. Кроме того, на улицах будет покрашено 308 и заменено 16 опор. Как сообщил Михаил Рамодин, главная задача сейчас – минимизировать количество обрывов контактной сети. Замену спецчастей для увеличения скорости прохождения поворотов троллейбусами в этом году проводить нецелесообразно, поскольку это приведет к значительному удорожанию стоимости работ и к снижению общих объемов. Их поменяют уже в следующем году.